Эмма? Макс? Фрэнк? Решайся уже! И Фэй. У каждой семьи свои маленькие проблемы. Знаете, какой сегодня день? Не твой. В точку. Но однажды... Алло? Это мир вампиров? Магазин костюмов? Это Дракула. Повелитель тьмы? Так скажешь, Дракула. Ты превратишь эту женщину в вампира. Сработает только, если человек несчастен. Баба-Яга может помочь заклятием. Кажется, это не просто спецэффекты. Костюм не снимается. Я весь покрыт шерстью. Папа? Да. Я старая корга. Это я. Это твой выбор быть несчастной. Только став счастливыми, они смогут снова стать людьми. Я выгляжу как рулон туалетной бумаги, а папа как несуразный дуболом. Мы монстры. Хотя тут ничего нового. Скоро в кино.